Так, сегодня 24 ноября. Спешу к Шерхану. Очень волнуюсь. На месте ли он, все ли в порядке у него. Сегодня я без Макара. Знаете, наверное, Макар больше не будет приезжать к Шерхану. Вернее, я не буду снимать Макара с Шерханом. Почему? Потому что добрый кипер Иван меня предупредил об опасности. Не очень вежливо. Не очень по-доброму. Он животных любит, а людей он ненавидит. Вот. И боится, так скажем, конкуренции. Я бы так сказала. Ладно. Идем к Шерхану. Не будем тратить время. Так. Привет, козлы. У меня загадка прямо. Для чего футбольные ворота у зебр? Что они с ними делают? Вот просто очень любопытно. Надо будет сегодня спросить, полюбопытствовать об этом у работников зоопарка. Ой, смотрите, кто это? Смотрите, на месте. На месте, на своем месте. Уже что-то ел. Да, красота красивая. Шерхан, привет. Привет, привет, кот. Вон у него как грива растет. Угу. Все, Шерханчик, пока-пока, мой зайка. Пока. Да посмотрим, до свидания. Пока-пока, мы пошли. Уже столько я у тебя постояла. Все, пока, мой хороший. Пока, мой золотой. Пока-пока-пока. Шерстка ты моя. Ты моя шерстка. Ты моя шерстка. Мой такой хороший. Такой хороший. Такой мягкий, тепленький. Вы не боитесь? Тепленький. Он хороший. Он адаптированный человек, он хороший ребенок. Сёша. Какие лапушки, лапушки, лапочки. Шерхан, ну грива прямо здорово отросла у него. Да вообще-то и он такой шерстяной.
сегодня у него копыта. Надо посмотреть в домике, что там лежит. Что еще давали. Ходят, ходят люди. Тебя узнал. Ну, играй с ним. Ребенок его видит, да. Играть любит. Ну-ка туда до конца пробеги. Нет, нет. Туда вон. Туда. 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 Привет тебе, Шерхан, от всех-всех моих подписчиков. Они за тебя переживают. Все за тебя переживают, солнышко. Красавчик. О, лошадки. Ну-ка посмотрим. Шерхан, посмотри, кто едет. Не обращает внимания. А? Скажи, мимо лошадка прошла. Ну, пока хватит.